Итак, всем привет! Вы на канале Гусь Геймс. Сейчас я покажу вам бога Clash of Clans. То есть, ну это в переносном, конечно, значении. А сейчас я вам покажу этот повтор. Опубликую этот повтор. И вы сейчас его тоже увидите вместе со мной. Я просто обалдел. Сейчас вы обалдеете вместе со мной. Во-первых, заходите в мой клан. Название видите. Теперь давайте посмотрим. Вот это. Я тут фармил и сливался. И тут мы видим какую-то 10-ю ТХ. Кстати, очень крутую 10-ю ТХ. Давайте посмотрим повтор. Я буду его комментировать. Итак, я захожу и вижу вот это. И я просто в шоке от этого человека. Я выпускаю героев и думаю, как нападать. Потом вижу, что тут много сборщиков, мало пушек, и кидаю два шарика вот отсюда, потому что мало воздушной обороны. Но тут дебильные скелеты вылазят и все мне портят. Да. После я начинаю. И да, это моим подписчикам хочу сказать, что скоро будет Майнкрафт на канале. Сейчас неважно сколько времени, я решил записать ролик. Вот, и вот так, просто посмотрите, как это происходит. А теперь обратите внимание, сколько тут всяких елочек, флагов, пасхалочек. Просто реально мега удача Clash of Clans. Просто кайф. Смотрите, как это происходит. Просто кайф. Ну, тут я забираю коллектор. Ну и все. Такой вот крутой повтор. Классно, классно. Чего у него за клан? Может его пригласить к нам в клан вообще? Ну-ка. Какой-нибудь ник... Так, буква... Какая-то у него смешная. М. Ща, вот он. Крутой чел. Ладно. Если вам понравился этот повтор и все такое прочее, прошу поставить лайк, подписаться на мой канал, ждать следующих роликов, если хотите, по Clash of Clans. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, до новых встреч, пока.